все туда. Кирилла, Кирилла. Вы сюда поближе к девочкам. Смотри туда. Дим, сюда наоборот поближе. Смотрим туда, Марья Васильевна, смотрим. Все? Что с ними? Женя, смотрим. Аня. Молча, куда брендовый? Здравствуйте, участники соревнований, гости, болельщики! Мы приветствуем сегодня вас на нашем стадионе. Желаем долгих лет жизни, успехов в спорте, хорошего, прекрасного настроения. Для этого сопутствует нам сегодня погода. Такая ясная, прекрасная, как раз для стартов наших. Начинаем торжественную церемонию открытия соревнований по легкой атлетике «Кросс-нации». Это самые масштабные по количеству участников и географическому охвату спортивные мероприятия на территории Российской Федерации. В мероприятии могут принять участие граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки С каждым годом кросс-нация становится все более значимым событием спортивной жизни страны. В этом году 85 регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в грандиозном спортивном мероприятии. Все больше простых любителей активного отдыха выходят сегодня на старт. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни. Вы также являетесь участником грандиозным спортивным мероприятием. Сегодня на кросс-нации присутствует глава района Николаев Николай Петрович. Глава администрации Мясников Анатолий Аркадьевич. Председатель Совета ветеранов спорта Чувашской Республики Шоркин Василий Сергеевич. Председатель землячества Центр Ень Кузнецов Андрей Геннадьевич. Союза пенсионеров района Рачкова Роза Николаевна. Ветеран спорта Алексеев Николай Алексеевич. Слово предоставляется главе района Николаю Петровичу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники кросса наций. В этом году в Чувашской республике, соответственно, в нашем районе, эти мероприятия проводятся 13-й раз. Это действительно самые массовые мероприятия вместе с лыжней России, где принимают участие все практически население района. Сегодня действительно даже Бог, видимо, милостивил после месячных ненастий погоды, да, сегодня прекрасная погода. Я сказал, что мы заказали такую погоду именно для участников кросса наций. От имени районного собрания депутатов я вам желаю удачного старта, победного финиша. То, что не будет сегодня проигравших, однозначно, потому что физическая культура и спорт позволяют именно формированию гармонично развитой личности, которая нам нужна для построения великой России. Спасибо вам, всем участникам. Я бы даже назвал сегодняшнее наше мероприятие «Осенний золотой марпасадский кросс». Поэтому, откровенно говоря, за последние несколько дней такой замечательной погоды у нас не было.
Как говорит Николай Петрович, действительно, наверное, Бог нам подарил этот день для того, чтобы мы с хорошим настроением вышли на старт. Действительно, здоровье надо беречь с молоду. Многим кажется, что здоровье наше бесконечно, но, к сожалению, это совершенно не так. Поэтому я думаю, что когда его уже нет, в принципе, что беречь, когда того, чего нет? Сегодня в нашем строю здесь вместе с нами находится один из ярчайших представителей Мариинско-Посадского спорта, который защищал честь не только нашего города, района, но и нашей республики. Это всем известный Николай Алексеевич. Ему исполняется 75 лет. Поэтому я бы хотел от имени администрации района преподнести этому уважаемому человеку почетную грамоту от имени администрации района за активное участие в общественной жизни района, пропаганду здорового образа жизни среди населения. Николай Алексеевич, так, это вам. Также мы хотим вам подарить вот этот термос, чтобы зимнюю стужу вы могли согреться. Так, вышли. Также мы хотим вам вручить вот эти шахматы. Дай Бог вам крепкого здоровья. И чтобы не раз на чемпионатах защищать честь нашего славного Мариинско-Посадского района. Ну и я поздравление этому великому спортсмену хочу, чтобы все мы с вами крикнули троекратное «Ура!». Итак, ура! 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 Сутура. Сегодня собрались и молодежь, и ветераны. Сегодня встреча друзей. Сегодня пришли сюда ветераны ваших прославленных, вашего района. Это Николай Алексеевич Алексеев, это Виталий Маклашкин, Валерий Захаров, это Крупнов Сергей, который вот сегодня у нас тоже присутствует. Я хочу сказать, что не обязательно быть, не обязательно стать великим спортсменом, такая, как наша Елена Николаева, ваша землячка. Кстати, она занималась у нас спортивным обществом «Урожай», когда я возглавлял спортивное общество «Урожай» Республикан Хэн. Чудо. Я думал, нет, звука нет. И действительно, земля ваша очень благодатная, вырастила космонавта номер 3. Вот сегодня по дороге только я заехал, шуршало, поклонился Андреану Григорьевичу. Я хочу сказать, что мы должны здоровый образ жизни поддерживать, чтобы, как Николай Алексеевич, выглядеть хорошо и показывать хорошие физические показатели были, чтобы. Ну, у вас, конечно, здесь очень много народу. Я первый раз в этом году выезжаю в район, потому что постоянно у нас Чебоксар собирают. Чебоксар, я сказал, в этом году я выйду чуть ли не родной свой Мариинско-Посадский район. Я с вами почти что земляк. В деревне Байгулово, Азовского района, рядом с Кугеево. Постоянно, кстати, мы там в пужарах гуляли. В Октябрьское село постоянно приезжали. И даже сюда здесь приезжала и на ваш стадион. 30 лет назад, где-то 31-32 года назад, здесь бегал даже на вашем стадионе. Но даже вот здесь присутствует Филинов Геннадий Максимович. И тогда был Чадайкин Юрий Петрович. Мы поспорили на ящик шампанского, что чемпионы Чуваши Мариинско-Посадского района, что у меня выигрывают, они сказали. Я у них выиграл, они мне проиграли. Ну, две бутылки тут поставили. Так что должны будут. Я вас поздравляю всех с этим замечательным праздником. Будьте вы все здоровы. И вот этот праздник, чтобы вы приводили не только своих
детей и внуков, правнуков, и чтобы действительно был этот праздник. Не обязательно вам бежать и надрываться. Просто пройтись. То, что вы сейчас стоите, и сейчас вас греет солнце, это тоже полезно. Давайте радоваться друг другу. И еще раз поздравляю вас с праздником. Ну, я хочу поздравить Николая Алексеевича, вручить ему грамоту от Совета ветеранов спорта Чувашской Республики. Здесь сказано, награждается мастер спорта России среди ветеранов. Это не оговорка. У нас среди ветеранов есть своя классификация спортивная. Там есть и первый, третий, второй, первый кандидат мастера и мастер спорта. И вот он мастер спорта выполнил. И награждается он за достигнутые успехи в ветеранском спорте и активную пропаганду здорового образа жизни среди населения. Это правда. Еще благодарность главы республики получает наш Алексей Арсеев Николай Алексеевич. Майора юстиции в отставке, заместитель председателя Совета Крымской ветеранской организации отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации и помощник Асадского района и ветерана органов внутренних дел и внутренних войск Игнатьев Михаил Васильевич. Награждать его, а я только вручаю, награждать Михаил Васильевич Игнатьев. Поздравляю еще раз вас. Дорогие ребята, нам, конечно, нужно взять пример от ветеранов спорта. И надеемся, что вы тоже в 75 лет тоже будете такими же здоровыми, если будете дружны всегда со спортом. А Союз пенсионеров поздравляет Николая Алексеевича с юбилейной датой и выражает самые добрые, искренние, сердечные пожелания. Крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы родных, энергии, оптимизма, желания жить с таким же боевым духом, добра и благополучия. Именно Николай Алексеевич первый начал заниматься в физкультурно-спортивном комплексе. И сейчас почти каждый день в спортивный комплекс приходят у нас не менее 50 пенсионеров. И я призываю вас, молодежь, тоже принимать участие, ходить в спортивный комплекс, плавать, и тогда все мы доживем не только до 75, я и думаю, столетие ваше будем праздновать. Иван Николаевич Юрьев, Шоркин Василий Сергеевич, Архипов, глава Приволжского поселения, Белова, Давид Шонников, директор ФСК Финишеру, глава города Юкова, района Финишеру, Киселева, начальник Сибирской бухгалтерии, главный врач Юкова, начальник отдела строительства администрации Кучук Ольга Вадимовна, руководитель Октябрьской средней школы
Сейчас на старт приглашаются учащиеся 5-7 классы. Девочки. Так, Октябрьский райпо, финишируй, товарищи. Во главе председатель райпо, Почемова Радим Вадимовича. Артем своим сыном финишируют.
Наставник
второе место награждается «Гольцем Адалья». Победа, товарищ, товарищ, товарищ Марьяна! Первое место. Копейкина Людмила. Бурный находит
Техникум! В этом возрасте первое место занял Валерий Захаров! Сейчас. Ветераны 60 лет. Общие фотографии. Так, давайте встали. Кудряшова Галина, первое место!
Покровской Гришина Валентина Степановна. Она в своем возрасте первое место заняла. Да. Ну, понятно. Давайте. Молодцы. Жень.